Всех приветствую. Мы сейчас с вами рассмотрим через одного из политзаключенных ситуацию в России. Карты, скажите, пожалуйста, что будет со Стрелковым Гиркиным в течение полугода? Что ожидать в течение полугода от Стрелкова Гиркина? Что с ним будет и что он будет делать? Стрелков Гиркин. 4 года колонии. Там еще одна девушка, женщина, не знаю, которой дали там 20 с чем-то лет. Ну, пока Гиркин. Стрелков Гиркин. Стрелков Гиркин. Через этого человека смотрим, что у нас будет в царстве-государстве. Так, кидаем карты. Пиковых карт не выпало. А, одна шестерка. Давайте посмотрим. Простые гадальные карты, простое гадание, предсказание ситуации. Так, в середине девятка упала. Рабочая карта. Более-менее удовлетворительная. Относительно сидельца, это человека, который сидит, это удовлетворительная карта. Поездка за город, реализация планов, начало реализации каких-то планов. Поездка за город. Бумага какая-то, бумага. Кто-то с ним есть еще, какие-то молодые люди. Может, сопровождающие. Да, тюрьма какая-то просматривается, ограниченное пространство. Иногда карта показывает смерть, конец, либо тупик. Да, плохо ему будет, плохо, что-то 10, десятка проигрывается, 10-10. Либо 10-10 будет что-то, 10-10, либо одна десятка. Потом, скорее всего, освободит его король. Скорее всего, освободит король. Там надо будет дальше смотреть. Пока там дальше карты не буду рассматривать. Там обман, не обман идет дальше. Там надо будет просматривать дальше по мере поступления информации. Но что-то вот он отсидит какой-то срок, как будто не весь. Он не весь отсидит срок. 10. Не знаю, отсидит ли он десятку. 10 прямо, вот 10, 10 что-то. Это не 10 лет, это 10, может, месяцев. 10, 10, но он не сразу выйдет. Он не сразу выйдет. Что еще? Отмена какого-то отдыха. Отмена отдыха. Тайное любовное свидание. Может, он с кем-то видеться будет. Может, даже несколько раз с кем-то видеться будет. Адвокаты, не адвокаты, я не знаю, но с кем-то видеться будет. Получение материальной выгоды, прибыли. Я не знаю, с чем здесь связана прибыль. Любовный обман. Любовный обман, либо обман.
Не знаю, с чем здесь связана выгода. Пока я, не знаю, не могу сказать. Материальное причем. Так. Единомышленники, либо покровительство. Надежда от мужчины. Надежда у него идет от какого-то мужчины. Мужчина появляется. И опять же, здесь какой-то срок 10. Может, 10 число, чего-то 10. Он на кого-то рассчитывает. Пока что он, скорее всего, я не знаю, будет, не будет он обжаловать приговор, пока он в ограниченном состоянии. Через него я не могу, пока, по крайней мере, не могу посмотреть. Он не связан с теми людьми, кто его посадил. Он как-то как будто отстранен от них. Пока я не могу сказать, что это за люди и как они вообще будут действовать. Может, он книги читает, я не знаю. Может, он как-то книги читает сейчас. Сидит. Может, он вообще в одиночке будет сидеть. Может, обращаться будет по поводу здоровья куда-то. Сердечно-сосудистая система, нервы. Появляется потом какой-то мужчина. Либо покровитель, либо он его вытащит. Какой-то мужчина. Мужчина. Мужчина будет по нему хлопотать. Опять эта же пара выпала. Какая-то пара выпала, одни и те же карты выпадают. Ну-ка, если еще помешать. Казенный дом. Решение из казенного дома будет. Если он откуда-то будет выходить, его будут встречать женщины. Скорее всего, женщины будут встречать. Такое ощущение. Женщины. Либо с первыми, кто он увидится, будут женщины. Женская энергия идет. Относительно Стрелкова, те люди, которые его посадили, бенефициары. Казенный дом идет. Карты показывают казенный дом. Решение казенного дома. Коллективное решение. Вот, карты мне выдали вот такую. Что будет с этим казенным домом? Он вынес решение, какой-то казенный дом. Что этот казенный дом будет делать? Сейчас мы через Стрелкова разберем, что этот казенный дом вообще может и что он сделает. Вообще вот в планах, что у казенного дома. Казенный дом. Работать будет казенный дом. Что тут говорить? Он будет работать. Рабочая карта выпадает. Казенный дом, хороший брак, партнерство, исполнение желания. Казенный дом в своей стезе будет работать, преисполнится уверенности. Какой-то казенный дом. Вот. Казенный дом. Оттуда люди выходят и входят. Выходят и входят. Вот так вот. Какой-то мужчина тут еще выпадает. Король червы. Так, кто это у нас такой и с чем его можно сравнить? Знакомство с полезным человеком. Какой-то полезный человек выпадает. Помощь в работе. Ну, вот тут какой-то король выпадает, он помогает работать. Но непонятно, он помогает работать кому? Казенному дому? Ну, возможно, казенному дому помогает работать человек. Вот какой-то человек выпадает. Можно догадаться, кто это. Помощь женщины в деле. Женщина какая-то выпадает. Властная девушка, хорошая новость от девушки. Здесь девушка выпадает над мужчиной. Возможно, у него будет с ней свидание. Карты показывают актуальные, я сразу говорю. Актуальные карты показывают.
Вот что бы я ни спросил, карты будут все равно показывать актуальные. Какой-то мужчина идет. Он полезный человек. Полезный во всех смыслах. Ну, может он... Дорога у него, разговоры о деньгах, материальные разговоры, хлопоты о деньгах, родной дом. Говорить будет, получит удар, риторику поменяет. Риторику поменяет, и какая-то бумага на него идет. Какой-то человек, у него дорога к девушке. С бумагой, бумагами, бумаги какие-то, бумаги. Плохая новость. Почему-то плохая, и продолжение работы. Здесь, как ни рассматривай, на человека все равно плохая новость выпадает. Ну, печально. Но через женщину ему придется перейти, через какую-то женщину, через какой-то разговор плохой. Ему придется перейти, пройти к ней за разговором. Он, может, не один будет в сопровождении, опять же, какой-то женщины и мужчины, может быть, будет он идти. Он не один пойдет к ней. Какой-то женщина, женщина, вот мужчине женщина выпадает. Какая-то плохая женщина, вот вредная такая женщина, стервозная. Прям такая. Поддержка кого-то. Сейчас мы казенный дом рассматриваем. Беседа о чужих делах. Пока здесь я не вижу, карты показывают где-то приблизительно 1,5-2 месяца только. Почему так, я не знаю. 1,5-2 месяца выпадает. События короткие. Какой-то казенный дом, вот Стрелков Гиркин, да, вот этот вот человек, его осудили на 4 года за экстремизм. Так, вот сейчас еще. Человек вот этот вот идет полезный, он свою деятельность не прекращает. Он не прекращает. Женщина, разговор плохой у него состоится с ней. Плохой разговор. Он через нее переходит. Дальше я почему-то не вижу. Дальше он все равно что-то будет делать, этот человек. Что-то будет делать. Он будет что-то делать, но я пока ничего не вижу. Почему-то он что-то будет делать, но я... Тяжело разбирать. Там какие-то новые планы идут у казенного дома. Новые планы идут. Вот этого человека в них не должно быть. Но он каким-то образом там всплывает, этот человек. Так, ладно, пока оставим. Я все равно пока не допытаюсь. Надо пройти, преодолеть вот эти вот месяцы. 1,5-2 месяца надо преодолеть. Надо посмотреть, что будет. Пока что-то я не знаю, что-то такое. Что-то такое. Интересное. После выборов. Как выйдет Стрелков Гиркин? При каких обстоятельствах Стрелков Гиркин выход? Стрелков Гиркин на выход. Как он выйдет вообще? В середине падает карта независимости. Выйдет гордо. Как-то гордо выйдет. Может даже будет говорить. Я претерпел... Унижение, все такое, знаете, за свою идеологию, за свои мысли, за свои убеждения. Вот так будет говорить. Ну, его радостная новость обрадует, какая-то радостная новость. Почему-то у него все равно выход связан с каким-то обманом. Я не знаю, почему обман и все падает. Новости будет получать через каких-то знакомых, близких.
Я не вижу, чтобы этот человек был посвящен в планы казенного дома. Не вижу. Здесь его освободит не казенный дом. Казенный дом принял решение его посадить. Коллективное решение. Это коллектив. Коллективное решение. Выйдет он абсолютно по каким-то другим основаниям. Кто его освободит, я не знаю. Ну, не толпа единоверцев его освободит, а... Не могу пока сказать, кто его освободит. Он новость получит о своем освобождении. Перед тем, как выйти, он новость получит. За неделю-две он новость получит. Какую-то. Что в стране будет происходить в это время? А давайте посмотрим. Вот он выходит, и что в стране-то происходит? Он же все равно должен выйти. Он должен выйти. Он не положит там здоровье, он ничего там такого нет, не будет. В стране-то что происходит у нас? Так выпадает, ну ладно, пусть так будет. Так. Почти что расклад цветок. Ну, дорога у него, вижу, дорога любовная. Дорога любовная, неожиданные подарки. Неожиданно будет. Неожиданно будет, он новость получит, какую-то новость за одну-две недели. Какую-то новость получит. Он новость получит, скорее всего, о своем выходе. Новость какую-то радостную получит. Вот что-то в этом духе. Сообщение от молодого парня. Ну, говорю, он сообщение какое-то получит, может, даже письменное. Ложь, непроверенная информация. Возможно, его оправдают. Но кто оправдает, я не вижу, я не знаю. Оправдание идет через бумаги. Скорее всего, кто-то бумаги подпишет. Вот он выходит. Выходит, там не партия, партия, не знаю, что-то он там будет дальше с этим делать. Партию, не партию создаст. Что-то карта плохая, новость для семьи. Тут дальше карты показывают какой-то коллектив, вот он с ним общается. Дальше я не вижу. Дальше его судьба как-то так расплывается, мутно. Вот он выходит, сообщение получает и выходит. Через него очень сложно посмотреть ситуацию, которая происходит в стране. Практически невозможно. Человек находится в изоляции сейчас. Возможно, он захочет создать партию, но к ней не будет проявлено никакого интереса. Совершенно никакого интереса. Так заканчиваю я гадание. Смысла больше нету на него смотреть. На Гиркина я имею в виду. Пока что карты показывают, что его освободят, получат сообщение. Но при каких обстоятельствах и от кого, понятия не имею. Вот не показывают карты и все. Все, что мог, сказал, вот вся информация, которая есть, я выдал. Спасибо, что смотрели. До свидания.